Всем привет! Сегодня мы поговорим об ICO Monarch Token. Monarch Token — это обмен криптовалюты на фиат с помощью кошелька Monarch. Специальный плагин, позволяющий делать регулярные ежемесячные платежи автоматизированными. Токен будет подкреплен серебром. Monarch будет доступен на телефонах на iOS, Android, персональном компьютере Windows и Mac. Будет использовать как для транзакций, так и для сохранения средств. Будет иметь удобный интерфейс для работы с криптовалютой, также будет позволять покупать и продавать криптовалюту и будет обладать безопасным хранением паролей и будет давать ссылки на все поддерживаемые биржи и кошельки. Кошелек сделает тратить криптовалюты легким, понятным для всех пользователей. Система позволит сделать безопасные транзакции через юзернейм человека. Будет существовать два вида токенов для крупных инвесторов MTC и для остальных. Первое — это вход от 5 эфириумов, второе — это вход от 0,1 эфириумов. Распределение токенов. Распределение токена. 18% пойдет на команду, 5% — ментора, 50% — публичная продажа и 27% — развитие проекта. Цена токена 0,25. центов и 0,20 центов, смотря на какой объем вы будете покупать. Дорожная карта. Второй квартал 2018 — это первый прототип холодного кошелька для биткоина и эфириум, трекер портфолио и криптоновостник. Четвертый квартал — это горячий кошелек обменник. 2019 год — это поддержка фиатных денег. Второй квартал — это торговый плагин. Четвертый квартал — автоматическое налогообложение, запуск основной блокчейн сети и команда, которая довольно-таки большая. Чтобы подробнее со всеми ознакомиться, советую кликнуть на ссылки на LinkedIn. Ну и партнеры. Как мы видим, их не так уж и мало. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи!